Есть? Ну, давайте вам. Давайте. Чем-то нам заходить туда? Еще не начали. В машине стой, машине. Стой, машине. Вот в этой машине большой венок. Да, 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 да. Через год к бессмертному полку присоединились 120 городов и населенных пунктов России. В этом году в ряды бессмертного полка вступает и наша малая родина. Погляди на моих бойцов. Сегодня будет день воспоминаний, и в сердце тесно от высоких слов. Сегодня будет день напоминаний о подвиге и доблести отцов. Мы собрались у церкви трех святителей, чтобы отдать дань глубокого уважения поколениям солдат-победителей. Так заведено годами, и дальше так тому и быть, минувших лет святую память мы будем бережно хранить. Мы в груди храним, погляди на моих бойцов. Бернин Дмитрий Михайлович, Останин Иван Зиновьевич. Наймушин Александр Павлович. Наймушин Геннадий Алексеевич. Наймушин Михаил Александрович. Коля, повернись. Честь отдаю. Баранина Анна Михайловна. Останин Алексей Филиппович. Стробыкин Александр Николаевич. Микрофон. А вон, а не работает микрофон. Давай-ка, батя, выпьем водки. У нас еще чуть-чуть осталось. Пусть клен качается над нами, а мы нальем и повторим. Давай-ка, батя, выпьем водки и захмелеем где-то малость.
Ну а потом спокойно сядем и просто, батя, помолчим. Ты извини, что я так редко тебя с годами навещаю. Ты извини, что наши встречи все время как-то набегу. А клен-то каждый раз весною листвой зеленой расцветает, как в детстве запахи сирени, и вишня тоже вся в цвету. Батя, вот и свиделись, батя, извини, что так поздно, жаль, что раньше не смог. Батя, вот и свиделись, батя, а в ответ только ветер. Что же, здравствуй, сынок. Давай-ка, батя, выпьем водки за то твое лихое время, за то твое большое небо. Не угасима память поколений и память тех, кого так свято чтим. Давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Объявляется минута молчания. Шла минута скорбного молчания, но с нами остаются навсегда и вечно будут жить воспоминания о павших в эти грозные года. От всех присутствующих предоставляется кадровому офицеру, майору запаса противовоздушных войск Шепенкову Михаилу Алексеевичу Александровичу. Разноцветные шары цвета нашего российского флага, пусть это у нас будет некий праздничный салют. Под аплодисменты. Нам не нужны ни раздоры. Возможность присудить наших детей, наших внуков, чтобы они хоть маленько имели представление о той победе, потому что мы вот наших дедов, которые ковали эту победа давалась со слезами, тяжело, но мы хоть сейчас живем в свободной стране.